Ви глядите програму «Новини тидня» на телеканалі «Білорусь-4». У студії працює Наталія Ігнатенко. І на протягу ближайших 20 хвилин – 7 днів життя нашого регіону в очима кореспондентів інформаційної служби. Глядіть у випуску. Який інвестпроєкт реалізували на білоруському газоперепрацовчому заводі? І яка нова витворчість з'явилася на гомельському тлушчевому комбінаті? Об гэтым у нашому щотидньовому економічному огляді. Генеральний директор комунального унітарного предприємства «Гомель кіновідеопрокат» Олександр Лауриненко розказав нашому кореспонденту Ганні Ковальовій об нових технологіях, самих касових фільмах года і некомерційним білоруським кіно. А Вероніка Ворошиліна підрихтувала для вас огляд найбільш цікавих подій з культурного життя Гомельщини за минулий тиждень. Предприємства регіону в умовах складаної економічної ситуації в Україні реорганізують витворчості, розпрацьовують нові види продукції і поширюють географію її продажу. До речі, саме масштабна модернізація 2015 року у нафтохімічній галіні країни. На білоруському газоперепрацовчому заводі реалізували інвестпроєкт агульним коштом більш як трильйон рублів. Зараз тут цілком автоматизували процес перепрацовки газу і стали випускати нові види продукції, запотребуване у сусвітніх витворців нафтохімії. Поводле оценок спеціалістів, реконструкція дозволить повелічити доход завода на 20 мільйонів доларів у год. Об одним з найбуйніших інвестпроєктів нафтохімічної галіни – репортаж Марини Сєвєр'янової. Каб цалкам автоматизаваць перапрацоўку газу, беларускаму газаперапрацоўчаму заводу спатрэбілася 3 гады і больш за трыльён рублёў. Новая прадукцыя з высокім дабаўленым коштам адкрыла прадпрыемству і новыя рынкі збыту. Комплексная рэканструкцыя завода ўключала ў сябе 5 очередей. Это первое строительство ГФУ, которое за плечами стоит. Это строительство непосредственно товарного парка. Это модернизация котельной, третья очередь. Это строительство всей рачистки. Мы вышли на продукцию качественно, евростандарт, ЕН-589, 2008 год. И плюс строительство КГТУ. Это когерационная установка. Ранее завод выпускал только автомобильное паливо на основе газу. Зараз, кроме его, еще и сыровину, якая запотребована на сусветном рынку. По гэтых трубах якраз і праходзіць індывідуальная фракція вуглеводародаў. Напрыклад, бутан будуць выкарыстоўваць для вытворчасці сінтэтычных каўчукаў і пластмас. І запентан, каб атрымаць кампаненты для аўтамабільных бензінаў. А пры змешаванні розных фракцій будуць вырабляць сумесі зжыжаных газаў. Гэта самы масштабны праект нафтахімічнай галіны краіны, які рэалізавалі ў 2015 годзе. Дзякуючы яму на заводзе зараз утылізуюць практычна ўвесь газ, які атрымліваюць у працэсе здабычы нафты. Акрамя таго, дзякуючы выпуску новых відаў прадукцыі, завод цалкам закрые патрэбнасці ўнутранага рынку. У год тут будуць перапрацоўваць 550 тысяч тонн сыравіны. Мы, безусловна, планіруем увеличэнне дабавленай стоімасці по разным ацэнкам, скажам так, в годовом исчислении корзинку свою мы видим увеличение выручки порядка 20 миллионов долларов. Ну и, соответственно, окупаемость завода около 5 лет. У 2016-м беларускі газаперапрацоўчы адзначыць 40 гадоў. Увесь час сюды на перапрацоўку адправляюць газ, здабыты на радовішчах нашай краіны, а таксама сыравіну, прывезеную з Расіі. Пастаўшчыкоў, па словах спецыялістаў, прываблівае якасць атрыманай прадукцыі і выгадная цана. А для беларускіх газаперапрацоўшчыкаў такое супрацоўніцтва забяспечвае рытмічныя пастаўкі сыравіны і магчымасць распрацоўваць доўгатэрміновыя праекты. Невялікі, але цікавы маркетынгавы праект распрацавалі на гомельскім тлушчавым камбінаце. Тут почали выпуск мылоручной работы. Для его вытворчести распрацавали классичную технологию. Кожный выраб уручную разливается по формах, где застывая. Затем его упрыгожить и упакуюць. Дарэчы, для створения мыла на комбинате выкарыстоўваюць только эфирные олеи, природные добавки, натуральные фарбовальники. Усе компоненты прошли технологичный контроль, каб мыло атрымалася не только эксклюзивным и прыгожим, але и цалком беспечным. Мы получили все необходимые документы, чтобы наше мыло соответствовало всем испытаниям. Люди, которые этим занимаются на сегодняшний день, это опытные мыловары. Они, скажем так, с производством мыла на «ты». Поэтому наш покупатель может смело покупать нашу продукцию и
знать, что данная продукция является качественной. Мыло ручной работы для первой отгрузки уже готово. 500 килограммов отправится в гандлевую сетку Гомеля и в области. Бо, лічить на предприемстве, покупник має право набывать этот товар не только на рынках и через интернет, а и в любом великом магазине. Популярность мыла ручной работы достигнула своего апогею. И сейчас это один из самых распространенных символичных подарунков. Первая его партия, вырабленная на Гомельском тлушчевом комбинате, з'явиться у продажі уже у ближайший час, якраз напередодні новогодніх святов. На заводі розпрацювали некілька десятків форм. Для витворчості мила ті або інші моделі будуть використовувати у залежності від попиту, а так само придумувати нові. Наприклад, з логотипами підприємства, а так само для дітей. У будь-якому випадку, кажуть на підприємстві, такий модний товар обов'язково знайде свого покупника. Направлено це мило буде не тільки на непосредственно вже потреблення, а в качестві сувенира и подарка, чтобы можно было презентовать. Будет и разработано мыло также для детей различных форм и видов. Марина Сєвєр'янова, Дмитрий Радянко, телерадіокомпанія Гомель. Згодно з указом президента Республіки Білорусь номер 222 об регулюванні предпринимательской деятельности подходить до конца термін реалізації продукції, якая не має необхідних документів об підтвердженні походження і поставщика. Такі товари необхідно продати до конца 2015 года. За продаж несертифікованих товарів на території Митного Союзу предугледжується немалий штраф, а продукція підлягає конфіскації. У сувязі з чекаємими змінами 500 чоловік по Гомельській області змінили сферу своєї деятельности. Коля 5000 предпринимальников утверждают, что у каждого из них находится занадто шмат рештков продукции, продать якія до конца года не является махчимым. Меж тем, сделать это можно было на протягу 18 попередних месяцев. А прича того, на данный момент 60% предпринимальников мають усе необходимые документы. Не зря каждый из регламентов начинается со слов о безопасности. О безопасности пищевой продукции, о безопасности продукции легкой промышленности, о безопасности продукции для детей и подростков. Зараз відзначається рост найомної праці у індивідуальних предпринимальників. До речі, у цілому скорочення працівних місць нема. Між тим, сьогодні протягується робота на користь покупників. Окрім обов'язкових з наступного року сертифікації і декларування у метах споживецького комфорту і безпеки, з 1 студеня кожен індивідуальний предпринимальник повинен встановити термінал. Давайте посмотрим з точки зрення потребителя, ведь не заставляють ставити спеціальні термінали в достатньо великому кількості місць. Да, це затратно, але з точки зрення потребителя і мені, і вам, і, наверное, вашим близким удобнее рассчитываться карточкой. Окрім того, такі нововведення ніяк не доб'ються на кошті і різностайності товарів. Катерина Сапельникова, Ігор Марышенко, телерадіокомпанія Гомель. З часов братов Люм'єр кіно було і застається любимою забавою мільйонів людей во всім світі. На гэтым тыдні своє професійне свято означила менавіта беларуская кіноіндустрія. У приватності у Гомельской області сьогодні знаходиться 20 кінотеатрів. Наш кореспондент Ганна Ковальова побувала у гостях у комунального унітарного предприємства «Гомель кіновідеопрокат». Гутарка об нових технологіях, самих касових фільмах года, некомерційним білоруським кіно і многим іншим ішла з генеральним директором предприемства Александром Лауриненком. Александр Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Для начала позвольте поздравить вас с прошедшим днем белорусского кино. Конечно же, пожелать вам успеха во всех ваших начинаниях, ну и, конечно, исполнения и реализации всех ваших планов. Спасибо за поздравления. Конечно, планов очень много и надеемся, что эти планы все-таки сбудутся. Хотя, наверное, не совсем хорошо, когда все планы сбываются, потому что тогда просто скучно жить. Ну и в начале нашей беседы, конечно, интересно узнать, какие уже планы реализованы в уже почти прошедшем 2015-м. Конечно, не все нам удалось реализовать в 2015 году, но самое главное, что нам удалось, это обеспечить, как говоря таким немножко сухим официальным языком, стабильное, качественное функционирование всей нашей киносети. Кинотеатры работают, видеоустановки работают, фильмы показываются, мировые премьеры, отечественные премьеры. В течение 2015-го какие фильмы вызвали наибольший интерес? Фильмы уже, как говорится, проверенные временем. К сожалению, это не белорусские фильмы. Пока, будем надеяться, пока. Но, тем не менее, самые популярные, самые кассовые фильмы текущего года – это «Седьмой форсаж», это «Миньоны», это «Мстители». Ну и, в общем-то, те голливудские зрелищные
как мы говорим, блокбастеры, которые вызывают наибольший интерес у нас, у нашей основной категории зрителей, это у молодых людей. К слову, о белорусском кино. 17 декабря празднуется день именно белорусского кинематографа. В наших кинотеатрах идут белорусские фильмы, правильно? Вот еще на слуху национальный кинопроект «Мы братья». Если сравнивать с зарубежными премьерами, насколько активно люди посещают именно фильмы именно белорусского производства? Очень активизировалась работа, скажем, независимых производителей кино, не государственных. Фильм, который вы упоминали, национальный кинопроект «Мы братья», яркий тому пример, поскольку это, в общем-то, первый национальный кинопроект, который снят негосударственной кинокомпанией. Фильм у нас, пройдя по экранам только цифровых кинотеатров в области, он показал с точки зрения экономики, коммерции, показал примерно такой же результат. Такие фильмы, как «Агенты НКЛ», как такой очень громкий российский проект, как «Азори здесь тихие» в 3D. При этом, конечно, следует подчеркнуть, Беларусь фильм остается нашим основным партнером. За текущий год мы купили все три художественные кинопремьеры. И я хочу сказать, что белорусская неигровая продукция, именно хроникально-документальные фильмы и анимационные фильмы составляют очень серьезную часть нашего репертуара. Достаточно сказать, что в этом году белорусские фильмы составили более 29% сеансов. Все мы помним, что, например, в Гомеле национального кинопроекта «Мы братья» приезжали актеры. И в целом, наверное, вы согласитесь, что кинотеатры уже давно перестали быть тем местом, где просто показывают фильмы. Сегодня и кинофестивали проходят, и встречи с теми же актерами, и какие-то выставки тематические. В будущем какие еще планируются вот формы работы с посетителями внедрить, вот, скажем, в следующем году? Новое время, оно диктует определенные, может быть, новые технологические решения. Недавно был я на крупнейшей в СНГ выставке «Киноэкспо», представлялась новая программа именно использования смартфона в мобильной связи в кинотеатре. То есть специальная программа, которая позволяет зрителям кинотеатра интерактивное участие в определенных действиях. То есть вот такие новые технологические решения. Ну и, конечно, красноречивый пример тому – это показ онлайн-трансляции в кинозалах, онлайн-трансляции спектаклей, мировых премьер. Это такое очень интересное перспективное направление работы. Скажите, ну а как привлекаете детскую аудиторию? Очень важный аспект – это привлечение в кино семей. То есть дети, чтобы они ходили вместе со своими родителями. Может быть, даже и какие-то где-то там, где есть такая возможность, бесплатно этим детям устраивать показы. Потому что, чтобы ребенок идет бесплатно, и он уже скажет, вот мой билет бесплатный, естественно, папа и мама пошли со мной. Есть разные формы стимулирования этой аудитории. Ну и плюс, конечно, дополнительные мероприятия, предсеансовые мероприятия. Практически во всех кинотеатрах сегодня, которые у нас действуют в области, их у нас всего 20. Везде акцент идет на детской аудитории, именно в том числе не только показы, но показы, чтобы они сопровождались вот такими вот мероприятиями. Ну и, конечно, тут нельзя забывать детскую аудиторию с точки зрения нашей социальной функции. Это и профилактика, и табакокурение, других различных негативных явлений. И такие фильмы у нас есть, и мы испытываем, даже я могу сказать, определенный дефицит такой продукции. Скупаем все, что есть в Беларуси, все, что есть в России, чтобы именно кино работало и на профилактику. Кино, чтобы все-таки с помощью кино дети могли понимать, что есть какие-то вещи, которые не нужно делать. Я думаю, может быть, этого и стоит пожелать белорусскому кинематографу. Как вы считаете? Детские фильмы снимаются, и очень серьезная часть пакета «Беларусьфильма» составляет именно детское кино. Что касается социальных фильмов, то здесь, наверное, в веяние времени необходимы новые какие-то творческие подходы, креативные решения. И не далее, буквально как на днях, мы обсуждали с представителем одной из фильмопроизводящих негосударственных компаний, что, уважаемые коллеги, у нас есть вот дефицит такого материала, но вопрос в том, что это должно реализовываться на несколько ином креативном уровне. То есть это нужны новые идеи, новые проработки, как это все нужно подать, чтобы действительно это было эффективно, чтобы мы сработали, вы сработали, и чтобы это решило поставленную задачу. Было интересно. Чтобы это было интересно для молодых людей. Александр Леонидович, ну и в завершение нашей беседы, конечно, хотелось бы от вас услышать, какие в ближайшее время нас ожидают премьеры. И, может быть, пару слов пожелания нашим телезрителям в новом 2016 году. Новогодние праздники – это самое такое напряженное, одно из самых напряженных периодов. Думаю, любой желающий по вкусу найдет себе фильм в нашем новогоднем репертуаре. Ну, а то, что касается 2016 года, то, конечно, я хочу всем пожелать
ну, то, что говорится, как традиционно, здоровья, счастья, удачи. Ну, а как уже профессионал в сфере кино, хочу, конечно, пригласить еще раз всех наших уважаемых слушателей, зрителей, посещать части кинотеатры, потому что действительно удовольствие от просмотра фильма на большом экране, наверное, не сравнится ни с чем. Это вызовет у вас определенные эмоции, которые позволят вам жить немножко интереснее и, будем надеяться, немножко веселее. І у протяг теми. У обласним центрі відбулася прем'єра одного з самих чеканих фільмів цього року – «Зорні війни. Обудження сили». Відовищна і захопляльна нова стужка відомої кіноепопеї розповідає об фантастичних пригодах і екшн-бітвах. Як добре знайомих усім персонажів, так і нових героїв. До речі, з гетою і многими іншими цікавими культурними подіями Гомельщини вас познайомить Вероніка Ворошиліна. На гэтым тыдні кінаматары ва ўсім свеце змаглі ўбачыць доўгачаканы працяг культавай фантастычнай сагі «Зорныя войны». Такога ажыятажу наконт білетаў не было даўно. Іх пачалі браніраваць за некалькі месяцаў да выхаду фільма. Такую знаковую прем'єру у Гомелі зустріли неординарно і з масштабом. У кінотеатрі ім'я Каліні на перед початком фільму розгорнулося феєричне космічне шоу. Гостей вечора забавляли головні персонажі «Зорних воїнів» – джедаї і сітхи, представники світлої і темної сил. Разом з ними присутні удільничали у цікавих вікторинах і конкурсах на відані сюжету і героїв гетої сусвітно відомої кіноепопеї. Між тим, для створення іще більше атмосфери фантастики і екшена у кінотеатрі розмістили і амаль трьохметрових трансформерів. Яни хоч і не мають прямого дочинення до фільма «Зорні війни», однак гэты атракціон карыстаўся ў гасцей не меншым попытам. За некалькі хвілін да дэманстрацыі кінастужкі ў залі кінатэатра разгарнулася светлавое шоу «Бітва джедаю і сітхаў». Менавіта колер мячоў адрознівае станоўчых герояў ад адмоўных. Пасля гэтага адбыўся паказ доўгачаканай прэм'еры. Многія кінаэксперты сыходзяцца ў меркаванні: стужка «Зорні війни. Абуджэнне сілы» мае ўсе шансы, каб стаць адным з самых касавых фільмаў за ўсю гісторыю сусветнага кінематографа. До того ж, на гэтым тыдні у Гомелі прайшлі ўрачыстасці, прымеркаваныя да 75-годзя чыгуначнага раёна. Гэта перш за ўсё свята мясцовага насельніцтва. Зараз на тэрыторыі чыгуначнага раёна пражывае каля 180 тысяч чалавек. Традыцыі папярэдніх пакаленняў тут працягвае і дапаўняе сучасная моладзь. На ўрачыстым вечары папулярнасцю сярод наведвальнікаў карысталіся распрацоўкі навучэнцаў Гомельскага дзяржаўнага прафесійна-тэхнічнага каледжа электратэхнікі. Год таму тут стварылі гурток робататэхнікі, які займаецца эксперыментальнай дзейнасцю з реальної перспективи використання напрацовок на практиці. Урешті усі досягнення чыгуначнага району – винік праці його жыхароў. А тим часом аматори високого мастацтва змогли отримати асалоду від проведення у Гомелі першого форуму класичної музики «Бетховен. Лінії льосу». Він супроваджався цікавими майстер-класами, творчими зустрічами з таленавітими музиками, а так само серії яскравих концертних програм. Під час форуму жыхары і гості города над Сожам змогли глибей познайомитися з творчістю одного з найбільш відомих і геніальних композиторів Людвіга ван Бетховена. Почули глибокі, наповнені драматизмом, проникнені симфонічні, фортепіанні і камерні композиції Бетховена, а так само його послідовників. Вони прогучали у виконанні Гомельського симфонічного оркестра, а так само лауреатів міжнародних конкурсів Михайла Радунського, Олега Яцини, Олександра Іванова і многих інших талановитих музиків. Феєричною часткою фінальної концертної програми стали хореографічні номери, поставлені на захопляльний дух композиції Бетховена. Гэтая незвичайно пригожа інструментально-танцевальна постановка була реалізована з удзелам навучэнцаў адной з гомельскіх школ мастацтваў. Не засталіся на гэтым тыдні без увагі і самыя маленькія гамельчане і госці абласнога цэнтра. Для іх у тэатры «Лялік» адбыўся прэм'ерны паказ спектакля па матывах казкі «Снежная каралева». Інсцэніроўку зрабіў гомельскі драматург Васіль Ткачоў. Больш за месяц трупа рэпетыравала пастаноўку, каб напярэдадні новага года парадаваць ёй сваіх юных тэатралаў. Па сюжэце спектакля сем галоўных герояў пасля таго, як трапляюць у палон «Снежнай каралевы», пераўтвараюцца ў лялік. Але вядома, у рэшце рэшт мае дружбы і любові верне ўсё на свае месцы. На наступным тыдні гамельчане змогуць убачыць канцэртную праграму ўладальніка гран-пры міжнароднага конкурсу «Ренесанс гітары», стыпендыята спецыяльнага фонду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі Яраслава Макарыча. Тут жа пройдзе вечар яўрэйскай культуры, дзе можна будзе пазнаёміцца з бытам, творчасцю, кухні і нацыянальнымі асаблівасцямі гэтага народа. А ў каледжы мастацтваў імя Сакалоўскага на наступным тыдні адбудзецца святочны навагодні канцэрт «Жадаем шчасця». Падчас яго прагучаць прыгожыя вакальныя і інструментальныя кампазіцыі у выкананні навучэнцаў установы, лаўрэатаў і стыпендыятаў прэстыжных міжнародных конкурсаў, а таксама іх таленавітых і прафесійных педагогаў.
Два гульці гандбольного клубу «Гомель» удостоєні стипендії президентського спортивного клубу. У спіс 16 стипендіатів у розділі «Гандбол» увайшли Матвій Малишенко і Захар Гусаков. У гэтым календарным годзе у мужчынскай команды больш гульняў у чэмпіянаце не будзе. А вось дзяўчаты ў будучую сераду ў «Гомелі» правядуць чарговы матч. Сапернік «Віцебск-Ганна». Аб іншых спартивных падзеях наступнага тыдня раскажа Максім Савін. Пасля тыднёвага перапынку аднаўляецца чэмпіянат Беларусі па хакеі ў экстралізе. Каляндарны год хакейны клуб «Гомель» завяршае паядынкамі супраць «Дынама» Маладзечна і гродзенскага «Нёмана». «Дынамаўца» вогненнай рысі будуць прымаць на сваёй пляцоўцы ў чацвер 24 снежня. Гульня з «Нёманам» адбудзецца ў суботу 26 снежня ў Гродна. Жлобінскі «Металург» апошні ў гэтым годзе дамашнюю гульню правядзе ў чацвер. Сапернік – салігорскі «Шахтёр». У суботу выязная гульня супраць «Дынама» Маладзечна. На наступным тыдні ў мініфутбольным чэмпіянаце краіны завершыцца першы круг. Каманды згуляюць адразу два туры. У сераду адбудуцца матчы 14-га. ВРЗ ў Гомелі будзе прымаць сталічнае «Дынама» БМТУ. Светлагорскі ЦКК чакае ў госці мікашэвіцкі «Граніт». БЧ і агракамбінат «Паўднёвы» адправяцца на выезд. Чыгуначнікі ў Гродна паспрабуюць узяць ачкі ў паядынку супраць мясцовага УВД «Дынама». «Паўднёвы» ў Мінску згуляе з «Дарожнікам». Канчатковы турнірны расклад пасля першага круга стане вядомы ў нядзелю. У 15-м туры БЧ на сваім паркеце згуляе з «Дарожнікам». Паўднёвы будзе прымаць «Літсельмаш». ВРЗ ў Мікашэвічах правядзе паядынак супраць «Граніта». ЦКК адправіцца ў госці да «Барысава 900». Яскравай падзеяй у спартыўным жыцці Гомеля на наступным тыдні безумоўна будзе фінал чатырох Кубка Беларусі па баскетболе сярод жаночых каманд. Абласны цэнтр упершыню будзе прымаць гэты турнір. За трафеі будзе змагацца каманда «Гомель-Сош». У паўфінале 26 снежня гамельчанкі сустрэнуцца са сталічным «Гарызонтам». Мінчанкі безумоўныя фаварыты, але ў родных сценах нашы дзяўчаты паспрабуюць прадэманстраваць сваю лепшую гульню. У гэты ж дзень у другім паўфінале будуць змагацца «Цмокі» Мінска і гродзенская «Алімпія». 7 снежня адбудуцца фінал і матч за трэцяе месца. Гульні будуць праходзіць у палацы гульнявых відаў спорту. Па словах арганізатараў, балельшчыкаў чакае шмат сюрпрызаў. Навіны рэгіёна, інфармацыю аб праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель» вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Усяго вам добрага і да новых сустрэч у эфіры.